Я представляю Азовскую кондитерскую фабрику. Это лучший производитель мирового уровня. В нашем производстве есть халва, козинаки, мармелады. Халва – это рахат-лукум. Халва – одна из самых полезных сладостей. Прежде всего, работа головного мозга, витамин А, Е, клетчатка. Это постный продукт, в пост ее едят тоже обязательно. Пожалуйста, если кого это интересует, обращайтесь. Здоровое питание!